Годов? Давай. Стадо кабанов. Да. Бегут, короче, на водопой по степи бегут, такие прям большое стадо. Бегут, бегут. И из норы выходит, короче, такой заспанный заяц, такой, бля, ухо оно такое прилипшее, бля, такой выходит, бля, видит, так вот кабаны бегут, он такой: «Сало, стоять, нахуй, бля!» Кабаны такие, бля, остановились такие, ну, не пойму, короче, типа, бля, что такое, бля? Такой, бля: «Сало, проблемы есть?» И такие, бля, нету проблем, нету. «Сало съебалось в ужасе, нахуй!» Они, блядь, ну, побежали дальше. На второй день бегут, опять заяц выходит: «Сало, стоять, нахуй!» Не останавливаются: «Сало, проблемы есть, блядь?» Нету. «Сало съебалось отсюда, блядь!» И все это происходит дней 6, блядь. Они бегают каждый день, он их так останавливает, блядь, спрашивает. Ну, заколебались они, короче, пошли к волку. Говорят: «Бля, волк, нас заяц, мы каждый день, ну, прям надоел уже, травит и все, блядь. Ну, козел, блядь». Волк такой: «Реально, блядь, ушастый, косой, блядь, заебут вас». «Да! Бля, разберемся, давай. Когда бежите?» «Вот завтра будем бежать». «Давай, все, я с вами побегу». Ну и все, и волк втесался, короче, с ними бежит такой, блядь, с кабанами, блядь. И такая же история, заяц выходит такой, блядь: «Сало, стоять, нахуй!» Они останавливаются, они: «Сало, проблемы есть?» И волк такой встает, блядь, и заяц: «Ну, есть». Из-за зайца появляется медведь такой, выходит, говорит: «Значит так, нахуй. Сало съебалось, проблема осталась». Вот это, меня так сильно веселил этот анекдот.